Одинцовском округе продолжают реализовывать программу социальной газификации. На сегодняшний день подключено 192 населенных пункта из 236. Что составляет 81%, 1305 газифицированных МКД многоквартирных домов, 79 тысяч газифицированных квартир, что составляет 49 тысяч абонентов в ИЖС. Не составляет, а отдельно еще у нас есть 49 тысяч абонентов в ИЖС. Перечень первичной газификации включены 16 населенных пунктов. Работы в них планируют завершить до июля 2027 года. Для включения в эту программу необходимо предоставить список граждан, зарегистрированных по месту жительства в этом поселении. Их должно быть от 30 человек. Также предельный лимит капитальных затрат на газификацию в расчете на одного человека должен быть не более 450 тысяч рублей. Важно и то, что проект соцгазификации сделали бессрочным. В уже газифицированных населенных пунктах те жители, которые еще не подались по разным причинам, могут смело подаваться, оформлять заявку и точно в таком же режиме, не затрачивая своих средств до границ своих участков, получать газопроводы. Работы по дегазификации в округе пройдут в 174 населенных пунктах. Все запланированные объемы должны быть выполнены к июлю следующего года. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».